Старшеник, перед тем, как вы не билет в один конец, назад дороги нет. Без лишних слов нажми на курок. Я к этому готов. Блин, надо как-то отблагодарить Машу. Неужели? Ну да, то, что я рисую, это недостаточно благодарности, но надо как-то отблагодарить ее. Не знаю как. Кстати, рисунки, что ли, может? Обычно, когда я кому-то писал рисунки, они меня потом очень плохо со мной поступали, эти люди. Почему-то так складывалось. Очень жестоко. Крайне жестоко. Ученый сегодня. Такой баста приходит ко мне. Ты критиковал то, что я продался этому банку открытие. Да. Да. И он говорит, что в этом твоем рисунке от готики? Можешь сказать, что в этом твоем рисунке? Это я сейчас отсылку к этому диалогу Басты с одним рэпером, который гангстером себя уличным, типа. Что в тебе гангстер? Что в этом рисунке от готики, ты можешь мне пояснить? Ну, я поясняю, вот мельница, ну и что, он говорит, ну что, мельница здесь. Вот это башня Ксардоса, а это что такое, зачем вот это? Это откуда? Вот еще башня Ксардоса, вот домик этого Лабарда. Да это домик может быть любого человека. Что в этом рисунке от готики, можешь пояснить? Вот это вот. Башня Ксардоса, ее почти не видно, он говорит. Действительно, не могу пояснить. Что в этом рисунке от готики? Не могу пояснить. Да. Ты прав. Можешь мне пояснить, что в тебе от готики, художника, рисующего по готике? Ты можешь мне пояснить? Нет, не могу. Ничего не могу пояснить. Фотоаппарата даже нет.
Чего у меня тут несет котики? Без лишних слов нажми на курок, я к этому готов. Ну что это ты рисуешь? Корабль? Ты что, от готики что ли что-то? Тоже нет. Везде есть корабли. Да. Это что, корабль что ли? Это какая-то фигня. Любой ребенок нарисует. Да, ты прав. Не будем спорить. Без лишних слов. Пускай здесь будут корабли храниться. Здесь будут храниться просто корабли, точнее, ну, тупо звучит, конечно. Они будут на суше храниться, если что, вот, когда надо, в воду их направят поблизости, когда нужно будет. На самом деле я никогда не испытывал симпатии к кораблям. Никогда. Просто этот поиграл. Дикарь поиграл там в мод котики. Мне понравились корабли. Ну, я, конечно, могу это представить. Я не играл, к сожалению. Меня, наверное, не потянет. Я вообще что-то не хочу играть. Ну что? У меня и зрения нет.
остальное готово. Ах. Я сам себе враг. Где находится? Пальцами на рукаве. Ты не слушай никого. Вместе сила. Если хочешь, значит было. Ты не слушай никого. Вместе сила. Ладони сжигая в пламя. Ладонь опускай в пламя, руку не обожги. Ладонь опускай в пламя, та-ра-ра. Ладонь опускай в пламя, та-ра-ра-ра. Ладонь опускай в пламя, та-ра-ра-ра. Руку не обожги. А это что ты нарисовал? Это что? Как это относится к готике? Это тоже никак, в принципе. Это может быть любой человек стоять, но это фермер Лабард там стоит, по идее. Это может быть кто угодно. Что есть в тебе от художника по готике? Можешь мне пояснить? Нет. Что есть в тебе вообще от художника? Можешь пояснить? Ты куришь, пьешь, ставишь эксперименты, ты ставишься чем-нибудь. Ты что делают художники? Они берут от жизни все. Они занимаются там всем подряд, сексом со всеми подряд, сами с собой вообще. Ты что-нибудь делаешь? Нет. Пьешь таблетки, и все. Да. Писанные врачом. Да. Да ты не художник. Настоящий художник, типа, не прописанные врачом таблетки пьют, а определенные там. Паста выяснил, что во мне нет ничего от художника. Затем я спрашиваю, а что тебе есть от... Вообще, ты как бы нормально считаешь, что рекламировать банки частные, свое лицо светить, еще и это, татуировки, как бандит выглядит, смотреть на людей так с презрением, типа, это нормально? Ну, он там... Ты никто, чтобы я тебе что-то пояснял. Понимаешь, что ты никто. Кто ты, а кто я? Я Баста, а ты кто? Что ты добился своими рисунками? Сколько ты заработал? Ты знаешь, сколько я зарабатываю в день? Я нисколько, короче, не заработал. Мне на таблетки только хватило. От добрых людей. Спасибо им огромное.
Храни вас Господь. Храни вас Бог. Все, кто помогают. Даже кофе стало неинтересно пить, я его раньше пил дофига, ну, пару лет подряд. Пару-тройку я дофига кофе пил, сейчас мне вообще его неинтересно. Резкие изменения произошли, положительные. Хотя, может, и не положительные. Слышь ты, доктор, как вы себя чувствуете? Слышь ты, доктор, что тебе надо? Как вы себя чувствуете, молодой человек? Обупенно я себя чувствую. Чё докопался? Баста. Вот мне этот банк заплатил столько денег, сколько тебе никогда не заработать на своих парисульках. Ты просто тратишь свою жизнь впустую, ты никто, ты биомусор. Ну, мне баста, мне лично, Александру Ленину, Тихону Мышкину говорит. Я говорю, да, уверен, да. Никогда мне не заработаешь, сколько тебе банк заплатил. Поэтому все. Понимаешь, что есть бандиты, а есть простолюдины в России. Я баста, я крутой. Нарисуй мне что-нибудь крутое, нарисуй мне татуировку, нарисуй мне там. Я не рисую татуировку. Не буду тебе ничего рисовать, короче. Я тебе на заднице. Нет, не на заднице. Мне вообще пофиг, короче. Не хочу тебе ничего рисовать. Ни на заднице, нигде. Мне не интересно вообще задница, чьи-то прочее. Мне не интересно, потому что у меня с этим все в порядке. С этой всей хренью. Пока что. Давай баст тебя угощу двумя. Почувствуешь себя спокойно, так легко, может быть. То я что-то мне не нравится, вот эти не действуют на меня. Извините, какой красивый дизайн. Как красиво. Какие красивые оттенки. Это просто прекрасно. Просто прекрасно. Мне это нравится. Ладони опускает пламя. Ту-ру-ру-ру-ру. Не опускает пламя.
руку не обожги. Ты знаешь, паста, что дикарь есть? Какой дикарь? Дикарь есть. Он сейчас придет с дубиной. Понимаешь? Он один всех. Всех, всю вашу. Всю вашу, твою охрану. Сначала он затарится злаками с фермы Лабарта, которую я нарисовал недавно. Ломастер, он там силу ему придаст. А дальше вы познаете его мощь. Сейчас он там пока на ферме Лабарта кушает эти злаки и у Ксантантину, не Константину, а Ксантантину, кто не понял. Кстати, надо бы нарисовать домик Ксантантину, пускай он здесь тоже будет. Здесь просто выращиваются злаки. Где же нарисовать домик к Сантантину? Короче, придется мне вот эти вот елки рисовать вот таким вот оттенком. Иначе просто видно не будет. Сейчас дикарь придет к тебе и пока расскажет, что есть у меня от готики. Что у меня есть от художника по готике. Его... В крови его... Зелье к Сантантину. Зелье с фермы Лабарта, которую рисовал мне. Ты ее не видел, но ты ее узнаешь, ее действия. Это тебе не на фоне банка. Рекламировался за деньги, считая себя крутым. Эх, грустно мне. Мне грустно с 15 лет, когда я первый раз влюбился в девушку на расстоянии. Писал мне найти свои лучшие рисунки, я был доп. Все впустую. Все пропало, все впустую. Где же он может обитать? Здесь нет места даже, чтобы домик нарисовать. Короче, тут нужно злаки рисовать, которые выращивают к Сантантину.
Пускай вот этот домик, это Лабарта домик, да. Хотя раскулачим Лабарта. Пускай это будет домик к Сан-Тантино. Или нет, можно. Кто бы его. Кому она нужна, и ты рекламируешь их, хотя ты всего лишь пешка в руках властителей, но я не оформляю эту систему, и меня за это не гладят поговорки к тебе, я не очень неуспешный, я никто, но я не оформляю систему, а наоборот, шел против системы. Нет. Что бессмысленный разговор. С этим простой. Эх. Черт, как же не хреново. Отличные врачи. Отдел позвоночник, который мы повредили. Это факт. Я их простил. И не виноват. Всякое бывает, всякое может быть. Какой смысл? Как может карма их наказать, если они не виноваты, если они просто выполняли приказ? Или что-то там, как могли, что-то делали. Виновата не карма, а отсутствие нормальной медицины. Отсутствие развитой медицины. Как вы уже фрескам правильно говорили в этом плане. С этим не поспоришь. Где будет домик к Сан-Тантино? Давай вот здесь нарисуем еще одну башню Ксардоса. Иисус, ты не против, если я башню Ксардоса нарисую? Я нарисую здесь крест. Вроде бы. Что это делает? Ой, простите, я делал специально. Так, к Сан-Тантино. К Сан-Тантино, давай. Давай нарисую тебя, кстати. Давай я сначала нарисую деревья. О, какой красивый зеленый цвет.
Что в тебе от гангсты? Что в тебе от готики? От того, кто рисует готику? Ничего. Я не умею рисовать. Не умею рисовать готику. Ничего не умею. Ничего не умею вообще. Ничего. Пошел оттуда, пошел отсюда. Ничего ты не умеешь. Пошел. Руками опашки, ладони опускаю в пламя, ладони опускаю в пламя, руками опашки. Домик Сан-Тантино, домик Сан-Тантино, мы нарисуем, мы